Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов, картинами, работами художников. Венера, лежащая на морском монстре с Купидоном и Путти. Джон Дир. 1787 год. Мрамор 33/58. Английский скульптор Джон Дир, представитель неоклассицизма. В 1777 году он поступил в Королевскую академию художеств. Параллельно обучался у Картера, а после получил возможность за счет заведения несколько лет работать в Италии в качестве пенсионера. Во время поездки и был создан представленный барельеф. Богиня красоты возлежит на спине козерога. Он несет ее через пенистые волны. Венера соблазняет монстра, смотря с нежностью и держа его за бороду. В ответ он языком касается ее пальца. На змееподобном хвосте, покрытом шерстью, сидит малыш Купидон. Взмахнув крыльями, он уже натянул тетиву и готов пустить стрелу в сердце прекрасной девы. Невдалеке от него находится Путти с горящим факелом. Дир с большим мастерством передал объемы различных планов, тем самым создав пространство. Ну вот такое описание нашел в интернете к работе Джон Дира «Венера, лежащая на морском монстре с Купидоном и Путти». Работа в мраморе, 1787 год. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Я пользовался данными из интернета. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.